Ребят, всем привет, Джека Херсон, Джека Спаум. Проходим дальше, доблестные сердца. Как вы видите, тузик. Да, ребят, продолжаем проходить. Эмиль. Эмиль, да. В грязи все. Да. Джек, что это? Ну, ладно. Это фильтр. Табакер. Масляной фильтр на ВАЗ-2102. Да. Так. Меняет носки на чернила. Носки нужны. А у нас же есть, помнишь, у кого-то мы носки кто-то собирал? Да, ну то, кто и... Анна, по-моему. Анна, да. Ты думаешь, она не остается? Давай снимем с кого. Надо труп найти тогда хотя бы, или спящего. Так, что тут у нас? Фронтовой рацион. Ничего себе, сколько... Я понял, почему французы проиграли немцам войну. Столько вина бухали. Подгонять солдатам, да. Все важные события. Нет, хлеб, смотри. На Западном фронте рацион солдат состоял из хлеба, риса, супа и небольшого количества мяса из сушеных овощей. В боевых британцев было включено алкоголь. Русская полевая кухня отличалась наличием большого количества каш. Часто варили щи, изредка давали рыбу и сало. Ну, сало это на украинском, да. Однообразная пища быстро надоедала, поэтому посылки с домашней едой солдата в огромный восторг. До первые 18 месяцев Западного фронта. Колючая проволока. Верден. Это педики в армии. Нет, это награду дали. Чё ты, блин, сразу? Залезай. Или это два любовника, любовник провожает. Не устали. Помоги. Конечно, не может. Так, тут что, раздача караваев. Ну что, покрыто. Не дает мне хапки. Блин, столько бегаем, хоть бы кусочек дали, да? Вот миска. Что же нам с ним делать? Кинуть птичку? Да нечего кинуть, Джек. А миска вот. Миска не берется. Да. Ничего же. Пошли искать. Идем, да. Точно хлеб нельзя поднять? В очередь канавист. Я тоже знаю. А под бронёр потол бегонул. Да не гони. Оливи. Как они... Идём, я знаю даже куда использовать. Голубя? Да. Голубятины хочешь? Голубятина. Голубятина на фотографии была. Лопата сейчас. Отойти, наверное, надо. Хоть гавка. Жек, ну она гавка. Ну отзови. Ты что, носки принес? Перо. Писать можно. Не, сейчас будем кого-то щекотать. Есть какой-то план у вас, мистер Фикс? Да, пошли. Что поменяем перо на хлеб и поедим. Подуль, попутал. Мистер... Давай посмотрим, не будем пока воспользоваться подсказкой, как ты считаешь. Перо может письмо написать, вот. Нет, подожди. Вот, перо, перо чернила. Чернила есть. Чернила надо поменять на носки. Вылазим наверх. Ищем носки. У трупа. Прямо у трупа. Карты. Опа. Даже такое было, видишь? Ну, 100%, конечно. А вот и носки. А, все отлично.
это мухи летают после носков жестко. Он сейчас... Братан, на, твои любимые. Да-да. А, только один мы принесли. Надо постирать. Говорит, грязный носок не катит, иди стирай. Ох, там где посуду. Так, окей. Подло это, ну... Ребят, надо дочке написать письмо. Я не рекомендую вам ни в коем случае. Вон, все. Нормально, все отлично. А чем его тот не там с мухами, блин? Ну, семочки там. Чё? Французик не захотел грязный вонючий носок с трупа или с колючей проволоки. Какой друй? Мокрый. Ты задрал, дядя. Вот погладить, зашить его. Одеть, что тебе? Моя милая дочь. Я узнавал про Карла. Его жизнь вне опасности. Он все еще в лагере к югу от Реймса. Надеюсь, мне все-таки разрешат его повидать. Спасибо за фото. Оно много для меня значит. Ой-ой-ой, что-то я смотрю, где Карл. Карла нету, а тут, оказывается, надо Фредди. Угруби! Давай посмотрим, туда нельзя прийти. Заровно? Ну да. Да, жесткое начало. Мама! Опусти! Бесила ты! Я же сказал, Жека, стой, что ж ты не послушал, паренек. Там много погибло. Ой-ой-ой, вот это неудачное место. Смотри. Хорошо, они что-то... вот так прикрылись, это спасёты. Да. Видишь, спасло. Подаём! Берём! Арчи! За тобой, что ли, бьём? Да, да. Надо что-то кинуть. Ну и что, я притащу его сюда. Смотри. Допустим. Все, видишь, он тащит. Я думал, наверное, что-то здесь. Там уже снаряды. Что-то. Точно мы там все обыскали? Ну, вот это лежит. То, что мне надо. Свисток. Зачем? А, это офицерский свисток. Чтоб не орать в атаку. Один свисток. Не. Так, давайте посмотрим теперь, что можно сделать. Вот он еще Михалыч. Солнце!
рыцарь золотой. И что с этим рублем? В магазин идем, пиво возьмем. Возьмем. Вперед, вперед. Колесико. Давай, считай. Пускай. Тикай. А вон. Рубин или надо пробиться туда, да? Надо кинуть их туда дальше, да. Хорош! Возьмем с собой наш кусочек. А сейчас, я думаю, тут брать, кстати, ничего не надо, оно все дает. Опа. Нет, нет. Он перезаряжает, в этот момент надо было пробежать. Да. Говоришь, что дается даже? Да, да. Вот дается. Чтоб сейчас дали. Пошел бы за. Умеет. Ой-ой-ой. Тележку надо. Тележку надо. Может в нее кидаем? Не. Под своим весом пойдет, да. Что? Джек, ты как всегда прав, у тебя самые лучшие идеи, плохо, что я их придумываю. Так, надо схватить и как-то закрыться или что? За ней встать просто. Так что ты побежал? Он же по ней не попадает. Да что такое? После ранения. Твою налево. Ребят, а простите, да, за то, что... На-на! Дерево придавило и закрыло. Смотри, там немец. Это не немец. Немцев не было негров. Командировка. Возьми сначала. Валят сильно, видите, ребята? Вот. Сигнальный флажок. Смотри, собрал все эти. Да? Чего сидели немцев пушка? Разозлили американцы. Войди! Пушка. Пушка там. Пошли. Мама. Собака. Эй, тут
студии, работай. Да, работай. Себе, себе. Молодец, молодец. Ничего себе. Вот и пушка, смотри, нифига себе. Кто это нам звонит? Хорошо, мы можем. Справа от мельницы, прямо там, где три дерева. Я понял. Так. Ух, чувствую, не так просто будет с нее стрельнуть. Да не, не переживай. Да? Вон шестереночка. Вижу. Можно и так сделать. Давай для начала зарядим, да? Вот чем ты предлагаешь? Вот этот надо разобрать и сюда, по-моему, подойти. Не, нам нужно найти ключ гаечный, чтобы не управлять этой штукой. Да, да. Так, пошли искать. А он, скорее всего, лежит здесь. Значит, нам надо найти ключ, который откроет этот ящик. А граната, она никак не... Кстати, почему бы и не попробовать? Я думаю, нет, Джек, но это глупо. Да уже когда будет безвыходная ситуация, да. Пошли дальше, сейчас найдем, я думаю, ключ. Там короется, наверное, там что-то есть. Ничего себе, разрыли целую палатку. Шкафчики ключи. Ты сильно много знаешь для своего возраста. Простите меня. Такие много не живут люди. Ну не знаю, не знаю. Я бы так не говорил. Еще вот сюда надо что-то. А вот это сюда. Ну да. Так, а проблема-то с инструментами не решена. Придется поискать. Так, теперь мне возникает вопрос один. Смотри. Тут у нас... Что? Дальше не копают уже. Значит, тут все решили, да? Может, гранату кинуть сюда? Можно. И взорвется, и... Давай пройдемся, посмотрим еще внимательно. Потому что батальоны-то просят огня. Сейчас постараемся обеспечить. Вот колесо. Его можно пропустить. Для этого нам и нужна граната. Чтобы завалить дерево. Иди сюда, ты что? Куда ты предлагаешь закинуть? Ну, прям в дерево. Или вот сюда. Закинуть надо за колесо, я думаю, через ветку, скорее всего. Или взять пилку и отпилять ветку. Где? С какой части видео пилку взять? С пятой или шестой? Там, где Анна ногу отпилила. Из дерева взять, выпилять костыль. Да. Ну, руку вроде отпилил. Да. Так. Пойду яйца. Отлично. Давай, давай, неси. Он уже в годах, что ты? В годах, у него уже внуки, Женя. Что я говорю, что ты живой. Так, забираем. Чего себе, какая бомба. Да.
Это же снаряд артиллерийский. Заряжай. Зарядили. Мне, наверное, надо убрать теперь. Как думаешь? Не сдетонировало во время выстрела. И кто снайпер будет? Куда там говорили стрелять? По-моему, в это. Справа от мельницы три дерева. Мельница. Мельница. Движемся вправо. Нет, крестик вправо. Вверх тоже крестик. Налево пошли. Три дерева. Крестик — это цель. Это так. Ой-ой-ой, зачем ты стрельнул? Заряжай. Заряжай. Справа от мельницы. Чуть выше трех деревьев. Все правильно, я цеплю. Вот ты даешь. Я проверяю тебя. Ну ладно, проверяйте. Хренов. Какой есть. Подрулить. Надо подрулить, так не рули. Что был единственный выстрел? Не, я не думаю так. Да отстань ты, собака. Походу да. Нет, нет, не может быть. А, надо пустить. А, право от мельницы. Три дерева. Поддержка Эмиля позволила полку Фредди без потерь пробраться в тыл. Ха-ха-ха! Браво, Фредди! Командование узнало о боевых подвигах друзей и решило наградить их за проявленную храбрость. От Анны тоже пришла добрая весть. Карл быстро поправлялся и уже мог ходить. Тем временем верденская мясорубка продолжала крутиться. Потери ужасали. 70 тысяч убитых за месяц. Почти ежеминутно. По одному французу и немцу. Это продолжалось почти 10 месяцев. Ужасно. 8 мая 1916 года. Отряду Эмиля поручили захватить форт Дуамон. Ключевой пункт германской обороны. Лидер какой-то. Ребят, давайте продолжим в следующем видео проходить нашу игру. Выполнять план, какой да. Мы там видели интересный. Захватить форт. Ребят, продолжим в следующем. Спасибо всем, кто смотрел. Подписывайтесь на канал. Всем пока.